В Анапе в рамках акции «Мы граждане России» состоялось торжественное вручение паспортов 10 анапчанам, которым недавно исполнилось 14 лет. Вместе с главой курорта в мероприятии участвовали начальник МВД России по городу-курорту Анапа Андрей Платонов и вице-мэр Валерий Плотников. Василий Швец отметил, что 14-летний возраст – это когда можно все. Сейчас вы даже до конца не осознаете всю значимость и важность сегодняшнего дня для вас. Поймете немножко позже, когда повзрослеете, когда вы сами станете родителями. Потому что сегодня вы вступаете во взрослую жизнь. Я помню хорошо свои 14 лет. Это тот возраст, когда все возможно. Это действительно так. Вы никогда не переставаете ни мечтать, ни реализовывать свои мечты. Никогда не переставаете верить в себя. Никогда не переставаете максимально реализовывать те желания и наставления, которые дают вам ваши родители. Они сегодня главные учителя и главные друзья для вас. Андрей Платонов вручил юным анапчанам экземпляры Конституции Российской Федерации, подчеркнув, что знание главного документа нашей страны обязательно пригодится им в жизни. У вас были права до 14 лет, а теперь определенные обязанности появились. Вы огромные молодцы, детство для вас продолжается, так что ничего не бойтесь, всегда знайте, что сотрудник полиции всегда рядышком, всегда вам поможет.